Полмиллиона израильтян отдыхают за границей, еще полмиллиона на пляжах и в национальных парках, а остальные стоят в пробках по дороге к местам отдыха. Это типичная картинка израильского Песаха 2013. Проведя пасхальный седр в кругу семьи, израильтяне массово устремились на природу. Песах – это праздник обретения свободы. А слово «свобода» – «хофеш» на иврите – означает также «каникулы» и «отпуск». У детей каникулы 3 недели. Это очень много. Дома они не хотят сидеть. Вот мы и гуляем с ними. Да, выхода у вас нет. Но это Киев. Мы в этот Песах уже были в Эйлате. Жарко там, нет? Было жарко, но не так, как летом. Март – отличное время для путешествий по израильскому югу. Небывалое число израильтян побывало в Песах, в заповеднике Кратер Рамон в Негеве и в Эйлатских горах. Но все же лидируют в эти дни пляжи Эйлата на Красном море и парки с озерами и подземными источниками. Гуляем, наслаждаемся. Вчера мы были в Эйн-Парад возле Ерихо. Мы были в Бейт-Гуврине. Природа, пещеры, озеро. Были очень многие места открыты бесплатно в Песах. Поэтому, да, вот в эти дни праздничные. У вас вообще отпуск сейчас в Песах? Да, 1,5 недели где-то. Все национальные парки и заповедники подготовили специальные пасхальные программы для отдыха семей с детьми. Спектакли, музыка, лепка из глины, плетение и ткачество и даже изготовление бумаги. Все, конечно, своими руками и с пасхальным уклоном. Впрочем, популярны и другие эпохи. В конце пасхальной недели произойдет событие весьма символичное, поскольку тоже связано с Египтом. 1 апреля Израиль обретет свободу от египетского газа. Начнутся поставки с месторождения Тамар в Средиземном море. Солдаты армии обороны Израиля тоже празднуют Песах, хотя хофеш, то есть свободу и отпуск, получили немногие. Праздники для армии и полиции – самое напряженное время. В своем традиционном пасхальном приветствии на разных языках солдаты Цахала обещали рукою крепкую и мышцей простертую защищать свободу Израиля. Мы присоединяемся с праздником весны и свободы. Элла Казакова, Гидон Дубинский, специально для RTN, Израиль.